Красноярский край приехали студенты со всей Сибири. Они примут участие в турнире среди спортивных клубов. В течение нескольких дней 250 ребят будут соревноваться в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах. А сегодня студенты сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Подтягивания, отжимания, прыжки в длину и челночный бег. За сдачу 5 нормативов можно получить золотой или серебряный значок. Такой масштабный турнир среди студенческих клубов Сибири проходит впервые и именно в Красноярске, как в столице зимней универсиады 2019. Посвятили соревнования празднованию Дня Победы. Побороться за выход в финал всероссийских состязаний приехали молодые спортсмены из 6 регионов. Забайкальского края, Омской области, Новосибирска, Читы, Бурятии и Красноярского края. При этом наша команда стала самой многочисленной. За нее выступают студенты технологического и педагогического университетов и СФУ. Мы начали сдавать нормативы. И на данный момент я прошла растяжку, наклоны вниз и прыжки в длину. На самом деле я результатом довольна, потому что физическая подготовка у меня хорошая. В первую очередь для себя, для саморазвития. И вообще физическая подготовка для меня всегда была в приоритете. Ключевое отличие этого мероприятия в том, что у нас здесь не принимают участие профессиональные спортсмены, сборные команды, кандидаты в мастера спорта по видам спорта, которые мы проводим, они здесь не участвуют, мы их исключаем, и тем самым мы даем возможность простым ребятам, простым студентам принять участие и вот по этой лестнице подняться с внутривузовского, регионального, окружного и на всероссийский этап пройти.